Задел Сузуки и оказался в кювете. В интернете появилась запись дорожно-транспортного происшествия с видеорегистратора. ДТП произошло накануне, в 11 часу вечера в районе Мостостроя. На видео видно, как внедорожник Kia Sorento, за рулем которого находился житель Владимира 85-го года рождения, не вписывается в поворот и задевает автомобиль Сузуки. По словам очевидцев, водитель внедорожника потерял управление. Кто-то даже утверждал, что Kia перевернулась, а водителю понадобилась помощь, госпитализация. На самом деле не все так страшно. В результате данного дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Алкогольного опьянения у участников дорожно-транспортного происшествия не установлено.